Каким автомобилем управляли? Черным. Марка. Да, документы под камеру, все. Марка автомобиля. Лада. Дальше что произошло? Не знаю. Что произошло дальше? Занесло. Что? Занесло. Мне на машину потом надо. Есть, да? Куда? Ты что, куда хочешь? Надо ездить. Мне на машину надо, что-то не надо. Дальше. Ну, они здесь будут осматривать? Да, здесь. Нет, еще потом. Ваш будет помещен на специальную охраняемую стоянку. Вам все понятно? Угу. Последствия, ответственность, куда предусмотрена данной статьей, в курсе какая? Угу. Лишение права управления от 1.5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Так, все, он пока не нужен. Идут. Ничего не то. Показания. С результатами вы согласны? Согласны, что вы продували? Что это значит? Алкогольное опьянение. У вас имеется, да. В очередной раз обращаюсь ко всем без исключения участникам дорожного движения, госавтоинспекция Удмуртии напоминает. Каждый из вас, независимо от пола, возраста и рода занятий, выходя из своего дома, становится участником дорожного движения. А значит, в любую минуту может встретиться на своем пути с нетрезвым водителем. Только за 2015 год в 91 ДТП 23 человека погибли и 106 получили травмы. Двое из погибших и 13 из раненых были детьми. За вчерашний день на территории Удмуртской республики в двух происшествиях усматривается вина водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 21.50 на улице 40 лет Победы города Ижевска молодой человек 90-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору электроосвещения. В результате происшествия пострадали юноша и девушка, находящиеся в автомобиле 14-й модели. В городе Сарапул в 23.50 мужчина 84-го года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на дерево. В результате происшествия пострадал его пассажир 64-го года рождения. Наиболее оперативный способ передать информацию о нетрезвом водителе – это позвонить по телефону 02. Именно в этом случае все наружные наряды полиции и вневедомственной охраны, и патрульно-постовая служба будут ориентированы на задержание.